Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня битва гильдии. Я решил потрешивать. Давно я уже не бегал Минотавром. И решил я сегодня все-таки затестить Миноса, посмотреть, что он сможет. У меня он максимальной прокачки. 10-10 я его сделал. Вот такой вот. А у меня есть еще вариант дефный, чисто потроллить. Но я его что-то решил не качать. Решил качнуть сначала ремочный. Плюс Holy Conviction стоит. Для отхила вот такая вот у нас сборка. Давайте, я не знаю, давайте попробуем с панчбоксом. Как вариант. Сейчас я только некоторые героя подовыставляю, чтобы не слиться уже. У нас топы сегодня не особо, поэтому можно и потрешивать. Так, зефирку поставим на подстраховочку. Сама суть, что таким минотавром, который с панчбоксом, реально сложно попасть. Попробуем. Либо поставим драка нового питомца последнего. Так, есть. Давайте что-то сюда еще оденем. Ужасной сборки. Так, седна, отлично. Я думаю, нам, в принципе, этого хватит. Давайте еще возьмем на всякий случай на добивание. Поставим такого вот Дрейка. Зефир. Я думаю, нам этого должно хватить. Ну, малыша Ника сейчас найду. Где-то должен быть Лил Ник наш. Или я его... Слил мне должен быть. Где наша малышка? А вот. Малышник такой. В общем, поехали посмотрим. 618. Красавчики, ребята. Так, что у нас тут 500, вообще печаль. Надо будет деф выставить 800, 800, 700, 700. Значит, бьем по 700 и 800 всех. Так, ну тут мега раста, попробуем, проверим Минотавра. Как думаете, хватит ли ему урона, так как у нас, по сути, только ремка 10-я. 10-я одна ремка и все. Видите, что делается под панчбоксом? В этом весь прикол такого Минотавра. Что попасть по зданию нереально с панчбоксом. То есть ты выкидываешь, и сразу же панчбокс включается. Пока он добежит, сейчас вырубится, у нас уже заберут энергию. То есть вот так вот. В этом весь прикол. Попробуй попади, называется. То есть надо подобрать расстояние. Но тут, конечно, я даже не знаю, реально ли это. То есть, видите, они долетают. Просто нереально. Панчбоксы и Минотавр. Я, конечно, когда-то был, по-моему, показывал, попадал. Но тут у нас прикол в том, что за нами летят орнитоптеры. И они снимают энергию, и на этом все заканчивается. Ладно, давайте попробуем по какого-то другого топа. Может, там будет что-то поинтереснее. Так, тут нам... Тут его сливают. Ну, тут землеройка, понятно. Давайте попробуем поставить сюда. Вместо малыша Ника Анубиса. Вот такой вот сборки пусть будет у нас Анубис. Ну, попробуем. Сможет ли он хоть что-то сделать?
Я уже, честно говоря, даже забыл, как это бегать Минотавром. Ну, смотрите, Анубис просто улетает в космос сразу же, причем. Еще беспонтово даже. Землеройка блокирует Фрэнк. Ну, юнитов убрали. Так, окей. Правда, у нас такой минотавр, что я даже не знаю, честно говоря. Так, сейчас пробуем, убираем Фрэнка, спамим. Ну, просто изи, ребят. Даже по сути. Смотрите, у нас панчбокс сработал, нам не надо даже там маскировка, то есть хватает урона вполне от такого минотавра под панчбоксом. То есть если герой с краю стоит, вообще просто люкс. Окей, поехали дальше. Поехали следующего посмотрим. Там. Та же самая расстановка, землеройка. А, тут ворожая у нас есть. Так, убираем все, кидаем Анубиса. Так, я не знаю, он там попал у нас. Ну, видите, тут попечальней, посерьезней. Это не страшно. Ну, видите, с бастом он более такой универсальный получается. То есть, плюс. Эй, куда ты? Давай бей! Не ударил. Не ударил. Так хорошо зашли. Надо на Анубиса поставить слоника, тогда будет попроще все. Ай-яй-яй, видите, спам не вовремя кинул. Слили. Надо еще под Фрэнка подстроиться. Что-то мы спамим, а у нас все посливали. Ну, это как бы вариант, как видите, такой вариант. Это еще древний наш вариант. Можно, в принципе, даже и ворожая попробовать закинуть, чтобы на него поагрились, если что. Можно такой вариант попробовать. Тут вообще шанс слива. Наш Минотавр, как обычно. Ну, видите, Минотавр слился. Я уже тут, блин, ничего не смогу сделать. Я уже всех выпустил. Короче, я не знаю. Прохождение битвы гильдии, как по мне, но на сегодня уже настолько убита сама локация, что можно проходить, ну, фактически любого с заменением там минимального доната, особенно на этом сервере. Просто любой топ. Так, интересно, что у нас тут? Вот такое что-то непонятное.
Здесь юниты сливаются очень быстро, кстати. Да блин, юнит там не может добить. Ну, такая связка с ворожаем тоже вполне реальная. Ворожей будет давать сейчас ему подхил хороший. Блин, там уже забежали на эту. Ай-яй-яй, не успел. Как же так? Как же так, бро? И второй раз не ударил. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, смотрите. Ворожай с Анубисом, они просто стоят, им просто пофиг. Зефирка там ворожай отхиливает. Этот тоже нормально, имеет нормальный деф. Можно даже сюда Дрейка выкидывать. Нафига тут Минотавр? Вот такой вот связки хватает с головой. Единственное, посмотрите на Дрейка. Дрейк, Дрейку пофиг, Дрейк себе бегает и просто тупо сливает. Жесть. Я офигею, конечно. Типа юниты мешают, не вопрос. Вот такой вот вариант тоже два. Ну тут, конечно, раста такая, что просто жесть. Остался один зефир с маскировкой. Так, ну я надеюсь, здесь будет повеселее. Так, стрелок. О, вижу. Тут нам даже, наверное, не надо будет. А, тут Махатма есть. Это интересно. Махатма. Френд без воодушки вообще. А там нашему Анубису не дают зарядиться. Вот так вот. Ну, в таких случаях. Кидаем ворожея. Анубиса кидаем с другой стороны. И кидаем Дрейка. И можно себе спокойно, я думаю, отдыхать. Ворожай. Хотя ворожай, в принципе, сейчас включаться не будет. Ну, посмотрим. Да. Вот так вот, ребятушки, битвы гильдии проходят. Смотрите, Дрейк. Сейчас Дрейк полностью сам базу всю нафиг разломает. Просто жесть. До чего дошла битва гильдий? До чего дошли таланты и прочее? База просто жесть какая-то. Короче, вот такая вот, ребятушки, битва гильдии. Тестировали мы, начинали тестировать Минотавра, но мы, в принципе, его затестили на одной базе. Он хлопает красиво. Давайте попробуем где-то в рейдах еще что-то найти интересное. Так, юниты. А тут вот Фрейя вообще отлично, люблю такие расты.
89%. В принципе, видите, не добил. Вот он и без панчбокса он ударил. Ну, это у нас не максимальный атакующий вариант, в принципе. Но хлопает он зачетно, я вам скажу так. Вот ушел винвиз. Давай, бэйби, вот так вот. Просто зашел в центр и зафигачил. Ну, не знаю. В общем, пишите, что вы думаете по этому поводу. Я не знаю. Битва гелий для меня уже давным-давно убитая. Ну, Минотавр, конечно, зачетный. Это при том, что у нас стоит здесь Holy Conviction, чтобы его не убивали. А можно его просто собрать еще на максимальную атаку. Если хотите увидеть такого Минотавра, пишите комменты. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.